Стали известны подробности ЧП на подлодке «Екатеринбург». Во время испытаний корабля рабочему серьезно повредило ногу. Прокомментировать случившееся все-таки решили на «Звездочке». Это связано с многочисленными сообщениями в СМИ, что на подлодке произошел взрыв. Произошедшее на предприятии называют несчастным случаем. Его причиной стала крышка котла для выброса мешков с мусором. От нее и пострадал рабочий во время первого этапа испытаний субмарины на полигонах Белого моря. Им оказался 33-летний работник 15-го цеха «Звездочки». В процессе проверки работоспособности системы удаления бытовых отходов, которая находилась под давлением, внутренней крышкой контейнера была нанесена травма левой ноги одному из членов заводской сдаточной команды. Как заявили на предприятии, пострадавшему сразу была оказана необходимая медицинская помощь. На самолете санавиации его доставили в ЦМСЧ-58. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Состояние мужчины оценивают как стабильно тяжелое. На предприятии добавили, инцидент никак не повлиял на программу испытаний. После устранения выявленных замечаний АПЛ «Екатеринбург» приступила ко второму этапу испытаний.